Наклон и контратака – удар вперед передней частью кулака по туловищу атакующего. Подготовительные упражнения. Удар локтем назад с переходом из боевой в заднюю стойку. Атака. Круговой удар вперед по туловищу противника. Защита. Блок правой ладонью в колено атакующей ноги. Поворот на 180 градусов. И контратака. Удар локтем назад по туловищу атакующего. Удар в голову, верхний блок предплечьем. Повторная атака. Удар снизу в живот. Блок ладонью и контратака. Удар кулаком в голову атакующего.